Лазерное МФУ для дома или небольшого офиса. Сегодня у нас в студии лазерное МФУ Canon iSensis MF-112. В комплекте с устройством фотобарабан, диск с ПО, кабель питания, пробный тонер-картридж, инструкция и гарантийный талон на 1 год. Устройство довольно компактное, 37 см в ширину. Его можно легко разместить на столе. Посмотрим на корпус. Внизу расположен лоток для бумаги, рассчитанный на 150 листов. В середине выходной лоток на 50 страниц. Верхняя часть корпуса занята крышкой сканера. На выносном крыле находится кнопочная панель управления с ЖК-дисплеем. Перейдем к характеристикам. Принтер печатает на бумаге различные плотности форматов до А4 включительно и поддерживает печать на конвертах, а также некоторые нестандартные форматы. Скорость печати до 22 страниц в минуту, а на разогрев понадобится около 15 секунд. Стандартное разрешение печати 600 на 600 точек на дюйм. Доступен также режим улучшенного качества с разрешением 2400 на 600 точек на дюйм. Сканер также работает в двух разрешениях – 600 на 600 или 9600 на 9600 точек на дюйм. Обратите внимание, сканер может обрабатывать изображение в цвете с глубиной 24 бита. Также у аппарата есть копировальная функция. За 2,5 секунды он скопирует одну страницу А4. При этом около 10 секунд понадобится на выход первой копии. Двустороннее копирование доступно только в ручном режиме. Наконец, работники государственных учреждений оценят встроенный факс. Устройство подключается к компьютеру через порт USB и может работать под операционными системами Windows и macOS. Полный список совместимых версий смотрите на сайте производителя. Обратите внимание, кабеля USB в комплекте нет. Итак, Canon iSensis MF-112 – бюджетное устройство, совмещающее в себе принтер, сканер, копир и факс. Отличается неплохой скоростью сканирования и печати. Идеально подойдет для небольшого офиса или использования дома.